Золушка, старинная сказка, которая родилась много-много веков назад и с тех пор все живет да живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому взрослому слушателю. Да, я забыл представиться. Я, простите меня, король сказочного королевства. У меня сегодня во дворце праздник, я совсем сбился с ног. Вы понимаете, какое великое дело праздник? Порадовать людей, повеселить, приятно удивить. Ну что может быть величественней? Итак, внимание, внимание, всех затаить, прошу дыхание, на радость всем и удивление. Мы открываем представление. А может, лучше не открывать, а? Может, сразу лучше уже закрыть, пока еще не открыто, а? Как вы думаете? Ведь праздник – это вещь непраздная. У короля заботы разные. Такая служба несуразная, невероятная судьба. Так может плюнуть, а? Уйти в монастырь, пожить для себя в свое удовольствие. Но говорю я, прочь сомнения, исправить людям настроение, повысить духу населения. Вот в чем забота короля. И никаких наград не надобно, когда смеетесь до упаду вы. Не огорчать людей, а радовать. Вот в чем призвание короля. Ну, теперь, когда к празднику все готово, я могу немного и погулять, и погулять. По-моему, эта уютная усадьба принадлежит лесничему, а? Да-да, вот, вот он и сам. Здравствуйте, господин лесничий. Здравствуйте, ваше королевское величество. Слушайте, лесничий, я вот давно хотел вас спросить, а чего вот в последнее время все вздрагиваете, все оглядываетесь? Может быть, в лесах появились разбойники? Что вы, государь? Я бы их сразу выгнал вон. Ну, молодец. Ну, а может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас, нет? Нет, ваше величество. Я с ним давно расправился бы. Сами? Да. Молодец. Вы храбрый человек. А что же довело вас до такого состояния? Ну что? Ну, не стесняйтесь, скажите, ну. Моя жена, ваше величество. Что вы? Вам хорошо смеяться. Что? Я человек отчаянный, я человек храбрый, но только в лесу. А дома я, ваше величество, сказочно слаб и добр. Что вы говорите? Клянусь вам. Ой.
Они вьют из меня веревки. Кто они? Кто? Они, государь, это моя суровая супруга, да, и две ее дочери от первого брака. Они вот уже 3 дня одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Да что? Да. Что? А мы, государь, это я и моя бедная родная дочка, ставшая по моей вине падчерицей. И все, все, бросаю к черту корону, ухожу в монастырь, все. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Мне стыдно, стыдно, лесничий, стыдно. Государь, не спешите осуждать меня. Жена моя женщина особенная. Да, ее родную сестру, такую же, как она, съел людоед, да, отравился и умер. Что вы говорите? Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. Да. А вы сердитесь. Не, я не сержусь. Ну что? А вот видите. Я не сержусь. Видите, ваше королевское личество. Ну хорошо. Ну хорошо. Подайте мне корону. О, пожалуйста, ваше королевское величество. Вот, я остаюсь на престоле. Ну, забудьте все. Забудьте все, лесничий. Приходите на бал запросто. И родную свою дочку тоже захватите с собой. Золушку? Нет, что вы, государь. Ей еще рано ездить на балы. Ну, как хотите. Но помните, что у меня сегодня такой праздник, который заставит вас забыть все невзгоды и горести. Ну, прощайте, лесничий! Прощайте, ваше королевское величество! Прощайте! Ах, как это печально, что меня не возьмут на бал. Ведь это обо мне говорил отец. Как вы догадались, я Золушка. Прячу я печаль свою, я не плачу, а пою, улыбаюсь даже. Но неужто никогда не уйти мне никуда от золы и сажи, от золы и сажи, от того, что я добра. Надрываюсь я с утра до глубокой ночи. Всякий может приказать, а спасибо мне сказать ни один не хочет. Да, я здесь, матушка. Где ты пропадаешь? О, явилась. Наконец-то. Мы тут с Анной и Марианной сидим в совершенно беспомощном состоянии и ждем тебя, чтобы ты нам помогла одеться. А ты? Но я ведь не знала, матушка. Я работаю. Я работаю, как лошадь. Я бегаю, я хлопочу, я ходатайствую, я требую, я очаровываю. Благодаря мне в театре мы сидим на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в бархатную книгу первых красавиц двора. Одним словом, у меня столько связей.
столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их. Я спрашиваю, где благодарность? Я стараюсь. Не смей вздыхать, а то я расстроюсь перед балом. Хорошо, хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой. Нет, мы посмотрим еще. Имеешь ли ты право веселиться? Скажи, готовы ли наши бальные платья, которые я приказала тебе сшить за 7 ночей? Да, да, матушка. Сейчас, сейчас принесу. Вот они. Вот. Вот это красное бархатное с кружевами для Анны. Ой. Вот это голубое с золотыми цветами для Марианны. Ой, ой. А вот это с бриллиантовыми застежками для вас, матушка. Ой. Сестрицы, матушка, зачем вы смотрите так сурово, будто я сшила для вас саваны? Ведь это нарядные, веселые, бальные платья, честное слово, правда? Молчи! Мы обдумали то, что ты натворила. Теперь обсудим. Да отойди. Отойди. Матушка, как прелестно. Чудесно, матушка. Великолепно. Ну, Золушка. Да, матушка. Золушка, ну что делать? Что делать? Других нет. Придется надеть эти. Помоги нам. Хорошо, матушка. Затяни мне потуже пояс. Ну, вот. Золушка, все, Золушка, да, бегу. Оборки. Золушка, надень мне накидку. Причеши меня. Золушка, застегни воротник. Карета подана. Ну, скорее, девочки, Анна, Марьяна, мы же можем опоздать. Крошки, за мной. Идем, матушка. Матушка, я хотела бы пойти в парк. Постоять под королевскими окнами, хоть издали полюбоваться на праздник. Можно? Конечно, конечно, дорогая. Спасибо, матушка. Да, но прежде, девонька, ты прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, вывели кухню и выпали грядки. И посади ты под окнами 7 розовых кустов. А главное... Ты познай самое себя и намери кофе на 7 недель. Но, матушка, я ведь и в месяц со всем этим не управлюсь. А ты поторопись. Нет, никогда мне этого не